В дежурную часть Голицынского отдела полиции обратился приезжий из Ставропольского края с заявлением о том, что на Заводском проспекте в городе Голицыно неизвестные нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили денежные средства в рублях и долларах. Оперативникам удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Ростовской области. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.